На традиционном уже 88-м штабе по отоплению самая актуальная сводка обращений жителей. Все они взяты в работу. Коммунальщики докладывают, основной фронт работы сейчас на улицах Машинцева, Гоголя, Энгельса, Ленинградская, Аптечная и Московская. Анактез кольцевой без отключения будем вести замену ненадежных участков трубопровода внутри котельной. Анактез горный, то же самое, работаем по, ну, можно сказать, по оборудованию внутренней котельной. Ежедневно в городском округе трудится 18 бригад и 45 единиц техники. Коммунальщики устраняют порывы и параллельно ведут работы по обширной инвестпрограмме, меняют разводящие сети. По многим адресам новые трубы уже прячут под землю. Готовность. Мы готовы к встрече морозов. Собственно говоря, наверное, где-то, наверное, 95%. Всего в составе теплосетевого хозяйства «Химок» 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения. В этом году специалисты ТСК заменили порядка 20 километров теплосетей. Олег Тюрин и Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ.